Сегодня на территории Центрального городского парка отдыха «Владимирский сад» Сергей Морозов провел новогодний прием семей. Присутствовали и молодые, и многодетные, и представители семейных трудовых династий. Прием стал настоящим большим семейным праздником. С наступающим добрым, самым человечным, самым семейным праздником Новым годом. Праздник, который зажигает в сердце каждого из нас, независимо от возраста, любовь, добро, веру в будущее. Праздник, который всегда мы все с нетерпением ожидаем, потому что это чудо. О чуде, об исполнении чудес мечтает каждый. Поддержка института семьи и пропаганда семейных ценностей – одни из главных направлений работы властей всех уровней в регионе. И хоть, по словам губернатора, демографическая ситуация в этом году сильно не радует, тем не менее количество разводов значительно снизилось. В связи с этим Сергей Иванович сделал удивившее всех заявление. Я прошел не так давно через сложную страницу своей жизни, семьи. Может быть, многие из вас слышали о том, что... Мы приняли с женой решение расстаться, но, слава Богу, при вашей поддержке, при вашем участии мы вспомнили, что нас соединяет. Нас соединяет то, о чем я в самом начале говорил. Семья, любовь, дети. И я же не смогу понимать о том, что я так же, как и вы, человек семейный. Несмотря на такую доверительную обстановку, официальная часть не была забыта. Губернатор наградил семьи победителей регионального конкурса «Семейные трудовые династии», который проводится по инициативе губернатора уже 8 лет. Ответные слова звучали от души. Я от имени династии Михайловых, это огромная династия на Патронном заводе, отдавшие 800 с лишним лет заводу, начиная с его возникновения, поблагодарить руководство, губернатор области, директор завода патронного, правком, с этой организацией. Всем большое спасибо. И всех с Новым годом. В золотой книге почета семейных трудовых династий сегодня 20 семей. Количество их будет неуклонно расти, так обещают представители молодых семей и власти. Каждая семья в нашем регионе чувствует заботу и поддержку страны и правительства, и губернатора Ульяновской области, и всех профильных министерств, которые работают. Это множество законодательных актов, которые приняты на уровне законодательного собрания в поддержку семьи. Особенно сейчас много в поддержку и многодетной семьи, и семьи, воспитывающей детей. То есть это здесь их просто за один раз вот так все не перечислить. Глава региона наградил Людмилу знаком за трудовую доблесть и благодарственным письмом сотрудников центра «Семья». Никто не остался обделенным, внимание уделили всем. Мероприятие, называющееся официальным словом «прием», началось и закончилось празднично. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости «Ульяновской правды».